Лето, как обычно, пролетает незаметно. И вот уже август подходит к концу. Заканчивается сезон отпусков. Успели ли карагандинцы отдохнуть этим летом? Наши корреспонденты вышли на улицы города. Поблизости здесь ездили в автопарк, получается. Куда еще? В Алмату ездили, отдыхали, кстати. Очень здорово, через тур. Прям довольны. И дети отдохнули, и мы отдохнули. Как бы время все равно, да, надо, чтобы было на отдых. Ну, дома в огороде. Ой, мы еще будем отдыхать. Боровом? Нет, не отдыхала. Лето всегда приятное время года. Ну, а какое впечатление может быть? Всегда рады тому, что у нас есть отпуск. Светит ярко солнце, небо чистое над головой, близкие, родные люди рядом. Работа, огород и все. Отдыхать всегда хорошо. Отлично отдохнули. Мало, правда. Ну, отдых у меня дома с детьми, с семьей и все. Наверное, ничем. Ну, да, как бы есть какие-то карантинные меры, но пока они по Казахстану нас не касаются. Пока где-то вот мы можем ездить. Тот же Балхаш, Алмата, как бы с этим все хорошо. В зарубеж, конечно, не пытались, я не знаю, может быть, туда сложнее. Оно отличается тем, что, конечно, пандемия нас немножко всех замучила. Мало мы где можем выехать, отдохнуть. Ничем вообще? Ничем. Не чувствуете? Вообще ничем. С каждым годом все одно. Вообще всем некогда. Из-за этого карантина все сидят дома.